Относительно недавно компания ПТК выпустила в серию навесной замок «Медведь». Не сказать, что это какой-то прорыв или уникум в замочно-скобяном производстве, но все же новинку эту осветить мне захотелось. Во-первых, потому что конкретная модель навесного замка имеет очень заманчивый и, кстати говоря, запатентованный дизайн. Лицевые стороны замка декорированы объемным изображением морды медведя, зверя, которого ассоциируют с силой и мудростью русского народа. Честно скажу, смотрится очень эффектно. Во-вторых, качество замка на достойном уровне. Хорошее литье, хорошая гальваника всех деталей. Хочу подчеркнуть, что в механизме замка нет пружин, в том числе и тех, которые обеспечивают фиксацию дужки в тех или иных положениях. А это значит, что силы трения снижены, при условии, что все детали замка «Медведь» выполнены из качественных сплавов, можно подытожить, что ресурс замка будет большим. Секретность замка обеспечивается дисковым механизмом, который, в свою очередь, имеет не только достаточно высокое количество кодовых комбинаций, то есть не повторяющихся ключей, но и хорошую сопротивляемость к вскрытию отмычками. Дужка действительно каленая, проверил, а значит пилиться ручным инструментом не будет. Фиксируется дужка надежно двумя стальными шариками в корпусе. Цилиндровый механизм защищен от высверливания, опять же, каленой шайбой. По моим соображениям, этой же шайбой, а также последующей завальцовкой, цилиндр и удерживается в корпусе. Если это так и никакой дополнительной фиксации механизма типа штырей нет, а найти их следов мне не удалось, значит есть все основания полагать, что цилиндр выдернется из корпуса саморезом на ура. Хотя для утверждения не мешало бы провести соответствующий тест. Работать с замком очень приятно. Ключ поворачивается в цилиндре без малейшего сопротивления. Дужка очень мягко взаимодействует с корпусом. На сегодняшний день замок «Медведь» выпускается двух цветов. Медь и бронза. Скорее, вот это вот медь, а это бронза. А в комплекте с замком поставляется три стальных цветастеньких ключа.